Ha!
Королева ушла. С собой она взяла лишь одну незаконченную картину. Проснувшись, король не смог понять причин и так и не понял их никогда. Король не рисовал ничего. Потом ему привиделся огромный памятник самому себе. Такой памятник, что простоит века. Но еще до окончания работ над маленькой моделью, высотой чуть больше сотни футов, король почувствовал, что его силы на исходе. Ничего и не дорисовал. Однажды ночью он лег спать и не смог даже досмотреть собственный сон. В нем он и остается до сих пор.
Пока Монро думал, что сказать, памятник содрогнулся, и люк захлопнулся. Уже не нужно было ничего говорить. Король проснулся. Это ты, тот мальчик из моего сна. Странный же это был сон. Мои творения рушились, а я мог только смотреть. Иди сюда, садись у камина. Все началось здесь, в доме, в котором я вырос. Я услышал тяжелый стук в дверь. Как в ту самую ночь, когда ушел. Я открыл дверь, но за ней увидел только белую пустоту. Но стоило мне выйти, я почуял беду. Какой-то негодяй все залил краской. Мой сад был погублен. Тут заговорила моя статуя. Помогите! Какой-то мелкий хулиган бегает вокруг и красит все в моем саду. Думаю, он направляется в... Фу! Краска попала мне в рот. Ох! Я увидел свой незавершенный лабиринт покинутым и забытым. Потом появились титры. Титры? В снах? Да, представь, и субтитры. Город душит в юнки. Он должен был стократно пережить меня, а оказался погублен еще на моем веку. Памятник в юнкам. Ha ha ha.
обеденный зал был полон, как в былые времена пахло жареным гусем. На мгновение я почувствовал себя счастливым. Но потом я снова оказался один. Мир вокруг остыл и потемнел. Я почувствовал, как смерть окружает меня. А от него остались только развалины. Мои творения должны были пережить меня, но погибли у меня на глазах. Я был на похоронах, на собственных похоронах, и больше там не было никого, кроме тебя. Памятник, последнюю надежду, что что-то останется после меня. Я направился к нему. С каждым шагом я рос. Я продолжал становиться все выше, как подросток. От легкого толчка мой памятник сломался и утонул. Я увидел, что передо мной лежат мои творения. Скоро они рассыплются в пыль или будут закрашены кем-то, кто придет мне на смену. Ровно так же, как я рисовал поверх того, что было до меня. Когда Вселенная погибла, я понял, что нет больше ничего из моих творений. И я сидел, смотрел в темноту, и вспоминал все вещи, которые начал и бросил незаконченными. Я понял, что не жалею об утраченном. Мне было приятно заниматься теми вещами. Повторись все, я бы поступил так же. А потом я понял, что когда проснусь, все мои творения на самом деле будут уничтожены. Тут-то и появился ты. Не знаю, как ты здесь очутился, но я тебе рад. Вот. У меня для тебя кое-что есть. Эта кисть мне больше не нужна, ведь мое дело окончено. Теперь она твоя. Надеюсь, она сделает тебя счастливым. И когда-нибудь люди скажут, он куда лучший человек, чем его отец. Через эту дверь ты попадешь туда, куда захочешь. Но поторопись, сынок. Долго это не продлится. Той ночью, несмотря на усталость, Монро делал что-то, что очень порадовало бы его мать. Он рисовал.